Здравствуйте! Сегодня в нашей внезапной утренней рубрике «Оксана, как это сделать самому?» будет вот такая штука, которую я сделала для группы «Сила Медиа Клуб». Ну, такая гифочка. Кликаете на нее, запускаете рандомайзер, потом кликаете на нее еще раз, и вам выпадает то, что вас подзарядит на этой неделе. Такая маленькая, ненавязчивая штука, которая, игнорируя ваше сознание, обращается напрямую к вашему подсознательному, бессознательному, здесь я не очень понимаю, и напоминает о том, что в конце концов надо иногда выходить на улицу, надо иногда обнимать себя, как-то разнообразить свою рутинную профессиональную жизнь, иначе выгорания нам не избежать. И, значит, ну вот такая штука, народ более-менее лайкает, даже некоторые делятся, это прекрасно, надо делиться радостным настроением. И, значит, просыпаюсь я такая утром, выгулила собаку, все хорошо, даже еще кофе не пила. А тут вижу комментарий от Ирины Мустафиной. А как такую сделать самому? И все, и капец моему утру. Сейчас будем делать мастер-класс. Значит, для того, чтобы нам сделать эту анимашку, ну, то есть это анимашка, это набор неких картинок, в которых что-то остается неизменным, и какая-то часть меняется, создавая вот этот эффект движения. Во-первых, нам нужно сделать картинки. Для картинок мы используем наш любимый сервис Canva. Ну, давайте мы создадим какой-нибудь дизайн типа фейсбукового поста. Фейсбуковый пост. Вы можете использовать там какие-нибудь бэкграунды. Желательно, чтобы у вас бэкграунд был устойчивый, да, вот один и тот же, чтобы, ну вот, знаете, какой милый градиентик. Хоп так. И вот он у вас есть вот здесь. Всякие разные. Можно повыбирать. Можно какую-нибудь фоточку. Ну, давайте. Вообще, милый градиентик. Я хотела нашего. У меня есть свои градиентики. Но это тоже совершенно милый. Вот. И у нас такая есть основа. И дальше на нее мы накладываем текст. Ну, такой страшный не надо. А вот какой-нибудь крупничок. Какой-нибудь тыдыщ. И дальше начинаем, что мы хотим посоветовать, чтобы люди делали. Обнимашки. Дальше, значит, смотрим, вот из чего, из каких элементов, да, будут состоять. Если у нас, ну, давайте вот просто, тут, в принципе, вы можете еще другие тексты поставить сюда, вот здесь вот вы можете поставить. Из Питера с любовью. С любовью. Вот. Такие тыдыщ. Вот. И она такая будет типа неподвижная. Вот продумали конструкцию, да, композицию вашего поста. Дальше мы копируем, чтобы оно ничего не сдвигалось, чтобы вот расстояния были одинаковые между всеми элементами. Мы просто берем, копируем, делаем копию такой же картинки. Теперь обнимашки меняем на, не знаю, там, потанцуй. А копируем, похвали себя. Копируем. Похвали друга. Копируем. Посмотри на звезды. Предлоги переносятся на новую строчку. И смотрите, у нас вот здесь вот. Мы когда двигаем, направляющие нам показывают, да, середину по вертикали и горизонтали. Вот, чтобы было ровно, вот мы посерединке это делаем. Это значит, что если у нас пошла на две строчки, то мы тоже это делаем посерединке. Звезды. Заодно увидели опечатку. Так, и что еще может быть? Не знаю, что я увлеклась. Хотела просто показать. А, ладно, не нравится. Удалили. Теперь смотрим какой-нибудь поменьше масштаб. Вот у нас такие. Все одна.
однострочечные, а это у нас двухстрочечная, чтобы она мигнула по глазу. Вот у нас они такие есть. Вот, это у нас заготовки для нашей анимашки. Теперь что мы это делаем? Мы их скачиваем. Мы скачиваем в PNG все странички, да, они нам все нужны. Download. Он скачивается в zip-архиве. Все картиночки внутри. Значит, пока это все скачивается, мы идем и смотрим какой-нибудь GIF-мейкер. У меня, на самом деле, вот в отношении GIF-мейкеров нет никаких особенных предпочтений. Вот набрала в гугле GIF-мейкер, и их, на самом деле, табун, потому что люди любят делать гифки, а не только их расшаривать. Значит, вот у нас есть, загрузился наш зипчик. Мы его сейчас откроем. Что у нас тут в Finder есть? Блин, надо комп менять, уже с ума сходит. Ну давай, зипчик. Я в тебя верю. Да, вот у нас зипчик. Вот мы его распаковали. Вот у нас картиночки, вот они, 5 картиночек у нас. Натыкала, блин. Значит, вот у нас картинки. Теперь, значит, что говорит нам сервис для анимашек. Выберите файлики. Сейчас выберем. Значит, давайте choose. Пара-бара-пам, пара-бара-пам. Choose. Десктопик, распакованные, шифтом выделили, C5 шифтом, open, вот он, choose files, 5 files, upload и make a gif. И дальше можно, конечно, взять кофе, пока, блин, оно быстро загрузилось, не успела взять кофе. А, успела чуть. Значит, что у нас есть? Вот у нас есть кадрики, и есть вот дилей, это расстояние, вернее, время между сменой кадров. Сколько он там останавливается. И, ну вот, короче, такой быстрый, который, как у меня в оригинале в фейсбуковом, это у меня единичка здесь вместо 20. Злобная реклама. У нас тут вообще это все выключилось, если нет. А, конечно, не учился, поэтому мне ничего не видно. Значит, delay один, delay один, парам-пам-пам. А, здесь, по-моему, тоже один, я не помню. Значит, это сколько он будет бесконечно крутиться, да? Если пусто, empty loop forever, значит, если здесь будет пусто, то будет крутиться бесконечно. И кнопочка make a gif. Котик такой. И вот она. Вот. Вот такая штука гифчика получается. Здесь внизу таки нажимаем кнопочку Save. Save. И вот она у нас загрузилась сюда. Гифочка. Дальше что мы делаем? Мы идем в Facebook. Мы такие... Ладно, я сейчас сделаю у себя. И чтоб никто не увидел. Чтобы было доступно только мне. А потом... Ну что такое? Только я. Фото. Какое фото нам сюда поставить? Вот она, наша гифочка. Мы такие прям... Ты-дыщ. Оно такое... И оно такое прям отправить. Парам-парам-парам-парам. Отправить. И что у нас получается? И у нас получается пам-парам-парам-парам-парам. Обнимашки.
посмотри на звезды, похвали друга. Вот, собственно, наш краткий сегодняшний мастер-класс. Пожалуйста, делитесь этим мастер-классом. Пусть как можно больше людей научатся такие приятные, обнимательные гифочки делать. Расшаривайте свои работы с хэштегом «Мультимедийное я». Вот. Успехов, и уже в конце концов пойду кофе попью.